Когда развал Советского Союза был, тогда некоторое время очень тяжелый был. Машины не ходят, бензин нет, все как... Мука нет. Люди ходят в Афганистан, оттуда мука возьмут, понимаете? Как мы и другие люди тоже нищеты жили. Ни один козы тоже нет. Я что хорошо, дом строили еще перед советским. Хоть, как русские говорят, крыша над головой. Ну, жизнь заставляет человека, когда скажет, что тут дело. Я знаю более 300 видов растений. Но на некоторые виды не занимайся. Некоторые их забывайся. Накопление органических веществ разных видов растений разные. Некоторые растения накапливают это органические вещества на цветок, на плоды, на стебли. Интересные растения, вот по литературным данным, здесь есть реликтовые растения. Только вот Шаймакер, вот. Вообще от района единственный. Здесь растения обильнее, больше, чем сравнится в других районах Бугавска. Детство прошло здесь вот. Я как вот вспомнил, вот мы кочевали на верблюдах, потом автомобиль появился, на автомобиле кочевались. Может, так бежим, кель не это такое, кель, она кайтит, кель. Тогда мы все хотели русский язык изучать, как русские ходить, такую культуру. Хотели культурным людям быть. Расширить земледельческие работы на горах. Они вот чечек-то много испытывали зерновых культур, пшеницы, ячмень. Но сейчас, к сожалению, такой сильный ботаник, флорист мало, знающий растения. Хотел в Душанбе, там сельскохозяйственный институт, хотел поступить. Потом мне сразу в армию забрали. В Туркменистане внутренние войска, там жара, песка, знаете, как. Три часа ночью встаю, ночью намаз читаю. Потом 5 часов будет, я на мечеть пойду. С мечеть приеду, тоже на мечеть читаю, пока солнце. Потом корову гоняю,
Потом школа начинается. Школу пойду занятия провожу. Студентом был, тогда вот дальний географический практика такой был. Мы наблюдали расти. Потом я понял, что где корни, где листья, где цветки, чем назначает, что делает и так далее. Тогда Аксакалов, старухи были, растения такой раньше знали, то есть на такой болезни, какой болезни полезны, как его применяют. Поэтому нужно верхние части взяли и когда корни выкапывали. Вот эти корни, если копать, мыть, постоянно применять, человека тонизирует он. Бодрость, чувствуешь, доходит, все нормально. Изучал там гербарий назвать. Вот такой общий тетрадь, вот так растения шили, там название писали вот. Я только на тетрадах собрал. Я название потал латынский. Мимо на чыгыш памятен жашоочусу катары мени чечектиде иштеп калдым да. Лаборатория экспериментальной геоботаника дейт. Потом вот эта жена, у нее родственник там чечекти. Приехали, потом там ходит, ну, познакомились. Ну, год, наверное, вот так знакомство. Ночью мы там скрывались, сейчас как люди сейчас ходят. Так. По ночам свидания делали, 15 лет. Ну, потом отец посол, этот, сватывает. Потом вот так. Силы государства измеряются хлебом. Советский Союз, когда развал был, когда вот государство до сих пор ничего не дает, мука, мука. Таджикистан же война шла.
сюда не ходит. На керосинках сидели ночью, вот так. Что даже простой спички не было. Потом я это магнитом придумал. Ну, жизнь заставляет человека, когда искать что-то дело. И там написано, самый лучший жизнь будет, когда электричество всем сторонам будет. Электричество. Когда электричество будет, у нас будет утюг, у нас будет чай и так далее, свет. Так далее. И эта голова пришел. Потом случайно ей это генератор из заставской сварки нашел. Смотрю, он электромагнитный, я понял, что укручиваешь. Вот, да. Потом один раз сильно крутил, 12 лампочка перегорели. А потом я придумал, что его чем-нибудь крутить. Ну кому же это жило? Потом воду попробовал. Вот так. Потом я придумал вот это. Гес в голову пришел. Постепенно сам себе. Это ГЭС я построил в конце 80-х, начало, в конце 90-х, начало 2000-х годов. Сперва он очень простой, я строил его на доске, потом его раму делал, потом трубу делал. Летом, май, июнь месяце, мургабы приехали в Дозер. Поплатили, солярки немножко на ноги. Это дамбу делали, большой залив, водозабор делали. И потом трубу потянили, что воды пошло сверху вниз. Поэтому хорошо он работает. У меня есть идея, что... Когда людей вообще на корзинках сидел, лампа. У меня дома, слава богу, 12 вольтовая лампочка горела. Светло. Только вот это керосин, это солярка мы использовали на топливо. Уже лампа, помпа уже забыли уже. Большого я сделал, что свет был 220 вольт. Я только последние известия слушал там, что там мир случится, там
Сейчас вот украинец развивают и так далее. Барак Обама, там Япония были и так далее. Ну, после этого уже 1 неделю радио не работает. Но телевизор я не очень интересуюсь. Вот после союза развода я вот как учитель. Я когда на поле хожу, мне когда глаза бросаются, что это растение, это так. Я люблю вот продолжать. Но если условие будет, что Шаймакепу. Такое, если возможность. Ну, второе, я уже постарею. Мне сколько жизни остался, Бог знает. Вот это внук появляется, вот с ним. Как уранье проходит, он плачет, таскает туда-сюда. Вот, в школу пойдешь, там преподаешь, время проходит. Если дома сидишь, дети тоже. Так, день очень длинный. Я уже на пенсии давно. Но по просьбе вот это директор школы говорит, вот специалист нет. Пока преподавайте вот по договорным основам. Я переподаю. Развали в Союзе, вот директор колхоза Рустамов Камал. Я сказал, ага, давай. Я его генератор цвет, он мне сам. Надо мне немножко серьезно улыбнуться. Мне в голову пришло, что у него крыша нету. То он скажет, я баню делаю, то он скажет, что свет делаю. Он много чокнутым стал, короче. Ну, когда я вот этот маленький свой сделал, он приехал однажды. Потом я со школы иду, он махает рукой, вызывает. Говорит, Раим Берди, что такой можешь. Ну, человек же, он на лоб написан, не написано. Thank you.